Привет, ребята. Чем ты занимаешься, Артур? Танцую. Чего это ты такой веселый, развеселый? Куда идем? Идем в библиотеку возвращать мою книгу 2000 лье под водой, потому что я уже дочитал первый том. И чего будем? Будем брать второй том? Да. Поменяем на второй. Ну, второй лучше, чем первый. Не знаю. Думаю, они одинаковые. Ну, у тебя и бардак в комнате, Артур. Кошмар. Сегодня придешь и будем убирать. Потому что это кошмар какой-то. Как будто бы здесь атомная бомба взорвалась. Ага. Конечно. Мы уже выбрались из дома. Но Артур забыл карточку от библиотеки. А нам нужно пойти книжку поменять. И я сижу его во дворике, жду возле нашего дома. Тут такой вид прикольный. Вон там вдалеке видно горы заснеженные, кусочек церкви. И вот мы собираемся идти. Что, собрал? Ну, пошли. На. Покажи карточку. Карточка от из библиотеки, чтобы книжку брать. Такой здесь у нас маленький дворик. Можно посидеть, отдохнуть, но не очень уютно, потому что прямо возле дороги. И тут постоянно куча машин, постоянно пробка и мост с железной дорогой. Потому что мы живем прямо возле ЖД вокзала. Чего делаешь? О, ну не срывай! Зачем ты сорвал? Что? Красивый цветок. Спасибо. Но лучше бы он рос. Спасибо, котенок. Пойдем? Пойдем. Сегодня среда. По средам школа работает до 11:45. Я думаю, практически во всей Франции. Раньше, где-то примерно 4 года назад, по средам дети вообще не учились. Так, сейчас, наверное, возле дороги будет слишком шумно, поэтому вернемся немножко попозже. Так, здесь потише. Пока мы идем с Артуром в библиотеку по дороге, расскажем вам про его распорядок в школе. Обычное школьное время, он приходит к 8:45, и школа заканчивается в 15:30. Также можно приходить на, я не знаю, как сказать, продленку, но которая с утра. Самое раннее это в 7:30, и максимально долго можно оставаться в школе до 18:30. Также дети кушают. Есть столовая в школе, и она платная, но некоторые родители, если они хотят, они могут забирать детей домой, и они будут кушать дома. Обед начинается в 11:45 и заканчивается, по-моему, в 13:30, да, Артур? Заканчивается время перисколер. Это когда не учители за нами присматривают, а аниматоры. И это все платное время, если остаться от 12 до 13:30, это будет платно. Столовая в школе в месяц выходит примерно от 30 до 50 евро у нас. Это если постоянно оставаться в столовой.
также если ребенок остается на продленке или с утра, это как бы тоже дополнительная плата к чеку в школе. Вот здесь вот наша суперкрасивая церковь, не основная базилика, но тоже красивая. Пошли тут перейдем. Пока что у нас еще не слишком много туристов в это время. Можно походить спокойно. Но буквально через месяц здесь будет миллионы туристов. Вот так вот она выглядит. Амфас. И спереди. Огромная. И тут, конечно же, идут работы. Сейчас у нас по всему городу идут работы. Все готовятся к сезону, который начинается в апреле. Вот мы уже дотопали до нашей библиотеки, медиатеки. Здесь можно брать книги, журналы, диски, комиксы. И для детей до 17 лет это бесплатно. А старше, для взрослых, мне кажется, по-моему, что-то в районе 20 евро в год. Ну, как бы тоже не очень много. Здесь также есть компьютеры. Дети могут делать рефераты, задания и так далее. И это все находится в Леале. До Лёрду. Леаль — это основное здание. Бонжур. Et on a besoin d'un deuxième partie. D'accord, j'y vais. Merci. Tu voudras autre chose? Non. C'est bon. Que ça. Merci. J'y Мы поменяли с Артуром книжку, взяли второй том 20 тысяч лье под водой. Ну, как бы разницы сильно не заметишь, кроме римских цифр, которые поменялись. Был один, а теперь два. Здесь очень красиво. Внутри красивая отделка. Очень приятное место. Артур упросил меня зайти в булочную и купить маффин. Франция славится своими вкусными булочками, круассанами, шоколатинами. И самые вкусные их, конечно же, делают в булочных. Буланжери называются. Вот мы сейчас пойдем сюда. Купили мы с Артуром маффин. Такой вкусненький, с нутеллой. Посередине маффин. Вот. И теперь мы возвращаемся домой. Дома будешь кушать? Нет, сейчас. Сейчас будешь кушать? Как да. Хрюшка? Да. Ну тогда доставай, покажи, как он выглядит. Как его достать, чтобы его... Вот. Вкуснятина. Да. Неплохо выглядит. Такой маффин стоил 2,50. Дороговато. Но, наверное, очень вкусно. Я обычно сладости не ем. Это Артур у нас любитель. Ладно, пошли домой.